the white. Он сказал, это моя идея, но он у нее видел, потом делал. Мы тоже так делали, так что это наша идея. Мы Каролине выбираем рюкзак. Вот Каролина и карандаш. Им нужен простой карандаш. Папа, это вообще кадр. Бонни любит вот здесь вот лежать на солнышке утром, загорать. Она меня не слышит, не видит. Бонни! Не поймет, что такое. Привет! Привет, Бонни! Лежит деловая. Доброе утро всем. Приветик. Потихонечку просыпаемся. Вот она прибежала. Привет. Ты такая горячая. Бонни. Такая горячая. Как она может так лежать на погоде? Ложись. Не знаю, почему ей нравится. Такая горячая. Иди буди свою хозяйку. Где Маргарита? Макс проснулся в 8 часов сегодня. Не знаю, что с ним такое. Ксюня потом. Ксюню разбудил. Он тебя разбудил, да? Вот. Поэтому мы сегодня... Нужно уже, девочки, это... Пораньше ложиться и пораньше вставать, потому что через 3 дня уже в школу. Бонь, ты ежика нашла? Дай мне ежика. Травка мокрая, лапки. Ну. Дождик, что ли, был ночью? Травка мокрая. Вот опять я уберу здесь, уберу песочницу и опять все накидают. Такая вот сегодня погодка у нас хорошая, наладилась. 3 дня дождик поливал. Ну да, ежик, он мокрый весь тоже, дождик шел. Мокрый ежик. Ну, давай, неси. Не принесет, не отдаст. Нужно газон почистить. Листочки сухие откуда-то налетели. Это любимая ее игрушка. Такой красивый был ежик. Замучила его. Давай, беги. Пришла ко мне. Проснулась, мадам. Да? Да. Зачем ты вытащила это? Бонни, не тряси! Мокрый ежик, она трясет и капли летят. Пробуждение. Маргарита вчера поздно уснула, где-то в 1 ночи, да? Не могла уснуть. Давай. Давай. Бонь, поцелуй Маргушу. Бонни, где Маргарита? Давай, Маргарита. Все, проснулась. Хрум-хрум. Давай. Проголодалась. Маргарита, давай. Бонни уже завтракает. Так, делаю завтрак. Я с Маргаритой буду кушать вот такие вот мюсли протеиновые. Тут орешки, хлопья. Вот еще ягодки добавлю. Красную смородину и голубику. И Маргарита попросила еще добавить несколько. Немножко. Для вкуса. Смотрите, какая голубика. Большая, крупная. Очень редко такую можно найти, но иногда она прям меленькая-меленькая такая. Это прям очень крупная. Здесь почти 1 кг, 750 граммов, по-моему. Вкусненькая. Так, вот твой завтрак. Все? Перемешивай. Спасибо. Так, еще у меня здесь пудинг протеиновый тоже, в общем. Мне нужно протеин кушать, потому что я в спортзал хожу. Любим!
Иди, быстрее догоняй. Войнушки играют. Поймал тебя. Да. Знаешь, как горячо? Да, горячо, нагрелась. Один. Арбузик, я уже не знаю, мы вчера арбуз порезали, он такой был невкусный вообще. Ну, да, нет, все арбузики вкусные. Нет. Все. Только вчерашний был невкусный. Не, да, вчера он был вкусный. Теперь будем резать арбузяку. Миленький арбузик, я его поймала. А ты его сожрала. Ой-ой-ой. Ой, что у меня косо пошло. Вот он красный. Ой-ой-ой. Очень красивый, но вчера точно такой же был, но он был не сладкий. Красненький, все, косточек мало. Что, у меня косоглазие, что ли? Кто режет? Красиво. Он очень вкусно пахнет. Да. Не вкусно. Ой, блин, запах пошел, я сейчас это... Невкусный. Ой-ой-ой. Что? Макс, твои машинки везде прям, вот везде машинки. Теперь есть там арбузик. Угу. Сейчас обратно заляпайте, короче. Помощники. Вытирают и тут же ляпают обратно. А я ей сказала, вот поможешь мне, будешь играть сразу же. Вон, видите, как быстро дело пошло. Сразу хотят все делать за игру. А эти просто за компанию. А им интересно помыть. Ой, сейчас упадешь. Так, тут у меня готовится. Сейчас папа приедет и поедем в школе, а не на школу. В школе ты делала. Да. Колпак. Вот так надо его немножко. Подожди. Вот так. О, гномик. Фартучек тоже ты делала? Да. Поездка в магазин. Я надеюсь, открыто там. Да, моя подружка, она вот это вот всегда делала, вот так вот. Мы тоже так раньше делали. И потом один мальчик, Бэхет, этот черненький, он сказал, это моя идея, но он у нее увидел, потом делал. Мы тоже так делали, так что это наша идея. Потом мне тоже. Не знаю, у нас так раньше мальчики делали. Девочки не очень, не, нет, мальчики делали так. У них были, мы не носили такие длинные высокие носки. Ну, я помню, так делали мальчики. Мы Каролине выбираем рюкзак. Ты что, с лошадкой хочешь или бабочка? А мне бабочка нравится. Ну-ка, смотри. Вот здесь есть пенал. Такой пенал, такой пенал. Это сумочка для спорта. И кошелек. И кошелечек есть даже. Да. Классно? И здесь отделение есть еще. Я возьму это. И стоит 90. Ну, я возьму это. Почему? Вот Каролина и карандашик. Им нужен простой карандаш? Да. Каролина, вот смотри. Вот блестящая единорожка. Нравится? Я хочу. Я хочу вот так. Такой хочешь? Ну, держи такой. А, это что такое? Так, Каролине еще карандаши нужны цветные. Ага. А вот такой? Здесь 24 цвета. Каролина, вот тебе карандашики. Рисовать будете. Фломастеры не нужны? Так, мы рюкзак Максу, по-моему, подобрали. Вот такой вот. А это что, светится? Тоже. Не знаю. Наверное. Так, еще нужно эту. Для, знаете, чтобы они рисовали и одежду не пачкали. Это то? Это какой размер? Это эска. 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 А на какой возраст это эска? Все. Нашопились, поехали домой. Вкусное мороженое? Да. Вот такое вот. Манго и маракуйя. Что съели? 6 штук, как раз для нашей семьи.
была такая? Да, мать. Они потом все полопаются, в общем. Ну, да. И запасные продаются или нет? Да. Мы же покупали эти. И что, нужно зверят делать, да, всякие? Да. Мать, как маленькая. Нужно правильно втыкать, видишь? Ёдец! И как он в тебя попадет? Как поймет? У тебя красная будет? Tienes que esconderte hasta 60 metros dispara. Pueden estar muy lejos. Хорошо, смотрите, какой он. Птенчика какого-то. Птенчик. Ты надуваешь. Только не до конца, еще чуть-чуть. У нас 8 раз. Я на вас. Я на вас. Нет, наверх. Теперь. Я делаю вот так. Теперь вытащи. Теперь Ксюша с папой играет. Давай посмотрим. Привет, мам. Con lápiz y todo. Там даже есть карандаши и все. Да, они очень такие хорошие. Да, они. Карандаши, конечно, здесь самые дешевые. Но мы купили качественные. Ну что ж, вы так кричите все. Что вы так кричите, да? В общем, видите, у нас тут пенальчики уже с фломастерами. У Каролины еще вот такой вот карандашик. Единорожка. А зачем И писать же они будут. А, зачем кошелек? Для библиотеки. Минута изверда. И вот такая вот куава. Носы. И ножнички. Такой пенал. Все, закрывай. О, это для. Это у нее для спорта. Так что там ту, которую я ей дала. Не сильно он тяжелый ей будет? Нет. У меня же тоже был такой же с принцессой. Угу. Там тоже уже все было открыто. Да. Не набегаются никак. А тут как? Бонни! Ксюша, я его держу! Папа, это вообще кадр. Рюкзак Каролины вы уже видели, а вот такой вот рюкзачок, вот такой маленький, мы взяли Максу в садик. Тоже здесь, по-моему, светится, что ли? Не знаю, как она светится, что-то она не светится. Вроде светилась, уже не светится все. В общем, вот такой вот. Это ему курточка, чтобы они рисовали. Когда они рисуют, они надевают такие вот курточки, чтобы одежду не испачкать. В общем, здесь один кармашек, еще один кармашек. Вот. И все, 2 отделения. Спать. Что ты везде лампу включила? Все, давай. Включила она здесь главную лампу. Она убежала. Че хрюкаешь-то? Включила вон, у нее шкаф горит. Здесь еще единорог один. Ладно, все. Спокойной ночи. Все, Бонни не хочет с тобой спать, она убежала. Ксюня, давай. Сейчас приду. Ага. Все, готовы все. Спокойной ночи.